в школе у меня сделали. Хуже, лучше стало вообще? В каком плане? Ну вот как раньше было 4 года назад. Ну ремонт лучше сделали, но, не знаю, типа, висит в каждом классе портрет Путина. Понятно. Это плохо, хорошо? Это, ну, Янукович у нас не висел. Понятно. Все, услышно. Все, спасибо. До свидания. До свидания. Всем привет, это Олег, город Севастополь. Хочешь свой дом в Крыму, то обрати внимание внизу на бегущую строку. В Симферополе мы неспроста. Сзади, за Настей проходит улица Киевская. И сегодня мы, жителям Симферополя, будем задавать вопрос. А что изменилось за то время, пока Россия пришла в Симферополе? То есть за 4 года что изменилось в Симферополе? Помучаем народ, поспрашиваем. Вперед! Здравствуйте, молодые люди. Не-не-не-не. Здравствуйте, можно один вопрос? 4 года в России. Что в Симферополе изменилось за 4 года? Я вот сам с Севастополя. Что у вас изменилось? Это не место. Все понятно. Здравствуйте. Не-не-не, спасибо. Здравствуйте. 4 года в России, я сам из Севастополя. Вот что в Симферополе изменилось? Ну, вы знаете... В общем, как бы общее мнение складывается очень хорошее, потому что сейчас начали делать именно трассу Тавриду. Большое именно складывается положительное впечатление. А что в Симферополе интересного? Я вот ехал, вот на въезде с Севастополя дорогу делают новую, наконец-то расширяют. Таврида как бы очень, ну, впечатляет своими масштабами, своими размерами. И очень складывается хорошее впечатление вообще о нахождении в России. А я вот, кстати, вот живу на берегу, я увидел, как Крымский мост сработал. Здесь в Симферополе было больше народа или меньше, или как обычно, машин в частности? В частности, машин было намного, конечно, больше. Вот. Но благодаря тому, что сейчас именно сделали правильное движение именно на дорогах, не было толком заторов таких. Был большой поток людей, который именно сделал большой акцент на туризме в Крыму, скажем так. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Здравствуйте, можно один вопрос? Здравствуйте, можно один вопрос? Один, буквально. Не-не-не. Здравствуйте, можно один вопрос? Можно. Вы знаете, я вот из Севастополя, мне, я знаю, что у нас происходит вот уже 4 года в России. Что в Симферополе за эти года изменилось? Изменилось. Больше строительства стало. Вот. Ну, это то, что я заметила. Дороги строят. Ну, в общем... Какой-то порядок наводится. В Украине я этого не видела за 20 лет. Что еще сказать вам? Ну, спасибо в любом случае. Что в целом что... позитивное, негативное, вот как вот. Я знаю, Севастополь у нас стало лучше гораздо. Позитивно, да. Все, спасибо вам большое. Все. Спасибо большое. Все равно какие-то изменения есть. Спасибо. Здрасте. Буквально один вопрос. Я вот из Севастополя, мне интересно, в Симферополе за 4 года что-то изменилось? Мы не местные, до свидания. Здравствуйте, вопрос один. Я вот из Севастополя, я за 4 года знаю, что у нас поменялось. Что у вас поменялось за 4 с лишним года в Симферополе? Симферополь, вы понимаете, я не Симферополь. Ну а в целом все равно приезжаете, смотрите. Смотрю, но я вам не могу сказать, потому что я не живу в Симферополе. Все, спасибо большое. Здравствуйте! Буквально один вопрос. Подскажите, за 4 последних года что-то изменилось в Симферополе? Да вроде дороги лучше стали. Я просто с Севастополя, я знаю, что у нас поменялось, что просто интересно в Симферополе. Да. Ну, да. Вроде дороги поменялись, получше стало ездить. Ну, как... ну помимо дорог что-то может интересное еще. Аэропорт интересный. Вот, вы первые сказали за аэропорт, вот да. Это бомба, да. Да. Я не спорю. Так все классно. Народу в этом году было больше машин. Машин, да. Машин да, у нас больше. Тоже в Севастополе, да, заметно. Спасибо большое. Спасибо. Здравствуйте.
Я вот из Севастополя, а мне интересно, в Симферополе за прошедшие 4 года что-то изменилось? Я думаю, что да. Вот что именно просто? А что в Севастополе изменилось? Вы знаете, ну, во-первых, у нас вот этот 5-й километр, наконец-то развязку сделали. Это я читала вчера в интернете. Это давно уже сделано, на самом деле. У нас береговые линии, у нас пляжи меняются. Я вот с Орловки, у нас десятка пляж улучшается. Вот что в Симферополе происходит? Ну, у нас, наверное, то же самое. Строят дороги. Считается, что улучшается здравоохранение, я правда не заметил. Я бы кавычки поставил небольшие, на самом деле. Да. Я бы тоже поставил. Ну так, по-моему, все поставил. А в целом вообще позитив, негатив отношения? Потому что мы в Россию вошли? Нет, вообще в городе улучшение. Да вы знаете, я очень редко в городе бываю. В основном у меня внуки туда ходят. Говорят, что лучше стало. Все понятно. Получилось. Все, спасибо большое. Ну, в принципе, можно сказать и да. Здравствуйте. Подскажите, за прошедших 4 года в Симферополе что изменилось? Что изменилось? Ну, я смотрю, так внешность хорошая стала. Кругом дороги уже стали ремонтировать. Это вырубывать старые деревья. Уже повырубали, вроде бы как-то шире стало все. Посветлее стало, короче говоря. То есть в целом позитивно, да, лучше стало? Да, нормально, все, спасибо, хорошо. Спасибо большое, да. спасибо. Здравствуйте, один вопрос. Девчонки, один вопрос буквально. Один вопрос. Милые дамы, один вопрос, буквально. За прошедшие 4 года что изменилось в Симферополе? Что обстановка и новые выстроенные дома, они как бы украшают этот город. Аэропорт! Скажите аэропорт! Аэропорт! Никто аэропорт не хочет Симферополе сказать. Все, спасибо большое. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, за последние 4 года что изменилось в Симферополе? Ну что, легче стало дышать. Ну, не, вот преображение города. Конечно. И город стал лучше гораздо, симпатичнее, чище. Вот, и люди, посмотрите, какие становятся более улыбчивые. Да, согласен, улыбчивые. Согласен, я вижу только улыбающихся людей. Ходят и смотрят, и улыбаются, и радуются. Ну, я так думаю, что сейчас лучшее произошло, будет, думаю, что еще лучше. Все, спасибо вам большое, спасибо. Мы все Алисии в это верим. Спасибо большое, спасибо. Давайте даже дамы придем. Да, было бы здорово. Давайте. Я вот, например, с Севастополя. Я Симферополь. За прошедшие 4 года что у вас изменилось в городе? Что стало лучше? Может, что-то хуже стало? Хуже стало то, что бензин подорожал, но это по всей России. Лучше стало, это, конечно, появился аэропорт. Вот, да. Потом стали немного лучше дороги, но не везде. Лично там, где я учусь, там дороги очень плохие. Вот желательно сказать, где-то может это озвучено. Будённого. Будённого. Кто слышит, господа чиновники, не забывайте про эту улицу. Будённого. Все или еще что-то? Еще скажите, если будет здорово. А вопросы еще какие-то будут? Учиться тяжелее стало? Ну, там, где учусь я, стало немного тяжелее. Но нормально, учиться можно. Все, понял. Все, спасибо большое. Пожалуйста. Все, удачи. А где меня покажут? Телеканал Олег Агеев на Ютубе. Сегодня на Олег Агеев вечером. Агеев. Агеев? Да. Хорошо. Все, спасибо. Здравствуйте. 4 года прошло. Что в Симферополе изменилось? Симферополь! Пацаны! За 4 года Симферополь в России. Что изменилось за это время? Изменились дороги. Начали строиться садики новые. Больше не знаю. Больше я ничего не могу сказать. В целом лучше, хуже? Лучше, конечно. Все, спасибо большое. А, ребята зажигают. Смотрите, все улыбаются. Вот все радостно, все хорошо. Везде улыбки. Здравствуйте. 4 года, Симферополь, России. Что изменилось в городе за это время? Ничего. Понятно, спасибо. Сколько детей? Детей сколько? Вы смотрите, что творится в Симферополе. Молодежи сколько? Все на позитиве. Где бы найти мне... Здравствуйте! Один только вопрос. За 4 года что в Симферополе изменилось? Здравствуйте. Да, за 4 года особо ничего. Понятно, ни дороги, аэропортов не добавилось. Не, ну аэропорт у нас построили как бы, но... Не знаю, ремонт в школе у меня сделали. Хуже, лучше стало вообще? В каком плане? Ну вот, как раньше было 4 года назад.
Ну, ремонт лучше сделали, но, не знаю, типа, висит в каждом классе портрет Путина. Понятно. Это плохо, хорошо? Это, ну, Янукович у нас не висел. Понятно. Все, услышно. Все, спасибо. До свидания. Вот, видите, всякие мнения есть. Здравствуйте. 4 года Симферополь в России. Что изменилось за это время? Для меня ничего. Понятно, спасибо. Может, скажете, что изменилось в Симферополе? Ничего, да? Не скажу. Спасибо. Ну, молодежи очень много. Здрасте. Здрасте. 4 года Симферополя в России. Что-то изменилось за это время? Да. Что? Задница полная в России. Все понял, спасибо. Здравствуйте. Симферополь 4 года в России. Что-то изменилось за это время? Дороги? Я опаздываю. Спасибо. Прямо этот перекресток. Молодежь, молодежь. Здравствуйте, милые дамы. 4 года Симферополь в России. Что-то изменилось за 4 года? Конечно, все получилось. Спасибо. Ну что ж, ладно, я буду заканчивать. В целом мнения понятны, мнения разные, мнения важные, мнения полезные. Ладно, всем покедово.